Милок, милок, постой, а, милок. Милок, подай, подай бабушке денежку, а. Бабушка тебе погадает, сейчас на ручки, да. Ты подай бабушке, подай бабушке денежку. Вот и... какой, смотри, какой хороший. А? Бабушку жалко тебе, наверное, да? Бабушка на вокзале стоит, третий день уже. Кушать хочется, милок, а? Нечего, понимаешь? Нет, нечего кушать. Все, погоди. Все, подожди, подожди. Алло, алло. Че ты, блин, на связь плохая, надо было айфон брать. Алло, алло. Да, да. Да, милок, привет. А? Да, грузите. Грузите 3 тонны металла и отправляйте в Норильск, да. Да, там вас встретит мой бизнес-партнер, Михайловна, да. На вокзале спросите, да? Чумаза такая бегает. Все, давай. Все, хорош. О чем-то я, да. Слушай, подай 50 копеек на хлебушек. Подай на хлебушек. Подай, пожалуйста, на хлебушек. Я бабушка тебе погадает. Тебе бабушка погадает. Давай. Давай, погадаю тебе. Давай ручку. Давай. Ты не стесняйся, давай, я погадаю. Здесь всю правду расскажу про тебя сейчас. Давай. Что было, что будет, расскажу. Давай, 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 ручку, давай. Давай, сейчас будем гадать на тебя. Так, вот это вот так. Так, вижу. Вижу, ох, вижу. Вижу, руки ты не моешь, да? Слушай, ты не моешь руки, что ты не моешь? Руки грязные какие, 2 слоя грязи. На улице корона ходит вообще, ты что? Это сам, это не дело вообще, давай. Давай, поди руки вымыть-то. Поди руки вымыть, сейчас возвращайся, я тебе погадаю. Ага. Ага, так, вымыл руки. Ну, вот тебе другое дело теперь, да? Теперь другое дело. Ну-ка, давай. Сейчас бабушка тебе погадает, а? Сейчас бабушка тебе погадает, а? Так. Смотри. Вот тут, короче, вот это вот. Вот это. Вижу линию жизни. Лентяй, я вижу, ты ленишься. Надо тебе побольше работать, и тогда у тебя будет много денег. Я тебе серьезно говорю, поможешь потом бабушке, когда заработаешь, придешь, мне скажешь, бабушка, спасибо, и дашь мне 50 баксов, понял, да? Так, смотри, давай, там, что дальше там, это самое, любовь на линии, любовь тебе погадает, ты себя видела еще в зеркало, а? Ой, ладно, давай, будем гадать сейчас на это самое, давай по лампочке погадаем тебе, самое, вот мне тут специальное гадание по лампочке. Это что? Это ничего. Есть такие гадания. Ты давай там не отвлекайся, ты это самое. Гадаю по лампочке Ильича. По лампочке Ильича гадаю. О, так, смотри, оп. Что вижу? Значит, вижу, ждет тебя большая любовь. Огромная прям вообще. Вижу, тебя ждет. А счастье с ней. Вижу 8 детей. Вот. Это вижу 8 детей, а общих ваших 2. Понятно, да? А короче, что еще вижу? Вижу дом. Большой дом. А, так, что еще? Что еще? Так, гадаю на лампочке. Давай, гадаю. Знаешь что? Надо тебе избегать. Короче, встречи с темными людьми, вот. То есть я тебе предупредил, смотри, милок, я тебе говорю, темные люди тебя подстерегают везде, но тебе надо с ними избегать, как бы встречи, общайся только с хорошими людьми, да. Так, смотрим дальше, на что тебе еще погадать, давай на работу погадаем. О, вижу, ты вообще работаешь, а? Да, работаешь, нет? А хорошо, да, вижу, ждет тебя повышение на работе, повышение на работе, кем работаешь? Дворником. Будешь старшим дворником, дадут тебе большой, красивый, богатый район, будешь, да, вижу. Так, давай-ка тебе это самое, знаешь что, давай я тебе сейчас, бабушка тебе поможет, бабушка тебе подскажет, как тебе быть, смотри, давай, я тебе сейчас такое гадание покажу, классное очень гадание, смотри, вот так, смотри, ты знаешь, что сделай, ты вот так, деньги есть, да, мне не надо деньги давать, давай деньги, я у тебя и просить их не буду, вообще не надо, ты достань денежки, свои денежки, все, которые есть тебе, сейчас мы тебе сейчас заговорим, и все денежки у тебя останутся, ты не переживай, доставай, что у тебя там все, о, милок, слушай, так и как ты это самое, что так не
Гус, ну смотри, дай подержать денежки свои, дай подержать. Вот так я денежки, слушай, ты знаешь, это злые деньги, посмотри, какие они. Это ж вообще ужасные злые деньги. Ладно, я тебя сейчас от злости избавлюсь, от злости, от всего, мы сейчас их заговорим. Держи. И давай будем заговаривать. Чуть-чуть, заговаривай. Держи крепко. Буду заговаривать тебе сейчас. Давай. Заговариваем. Деньги. Заговариваем, чтобы деньги размножались, чтобы деньги плодились. У тебя в кошелечке. А есть еще деньги, слушай, тут как-то мало, надо еще для заговора. А, есть еще, да? Хорошо, давай сейчас будем еще заговаривать. Заговариваю. Ой, прости, пожалуйста, это что ж такое-то сегодня за день такой? Не дают работать ты. Алло, да? Да. Я ж тебе сказал, милок, ты 300 тысяч в биткоин вложи, да? А ты что? Да, молодец, все. Я тебе говорю... Сейчас Илон Маск твитнет еще раз очередной твит свой, там, и биткоин пойдет опять в рост. Мы сейчас в трене нагреемся на этом, да? Хорошо. Да, и акции нефти, посмотри, там, котировки, да? Да, и не мешай, мне сейчас работает, ты мне позвони через часик, да? Все, давай. Так, извини, я на чем там? Да, деньги, заговариваем тебе деньги, чтобы тебе деньги платились, деньги. Слушай, милок, слушай, ты слышишь, а я тебе там сейчас напомню, сейчас слушай, вот, слышишь, деньги тебе говорят, слышишь, что говорят, я слышу, они говорят, знаешь что, они говорят, отпусти нас, а мы к тебе вернемся, они сказали, знаешь, как надо говорить, я тебе скажу, сейчас, говорят, Идите, где денежки, по миру, ко мне возвращайтесь со своими друзьями. Это такой тебе заговор, понимаешь? Говори так почаще. Да? Вот когда тратишь деньги, говори так. Идите, денежки, по миру, идите, возвращайтесь со своими друзьями. Понятно, да? Поэтому давай. Сейчас еще что? Слышишь? Ты слышишь? Говорят, отдай нас бабушке, добрая бабушка нас в биткоин вложит. Да, ты знаешь, надо отдать деньги, зло от них идет, зло, я чувствую, прямо чую, как зло идет, ты, конечно, их можешь выбросить, но ты можешь мне отдать, я их очищу сейчас, смотри, давай, будем очищать, сейчас будем их очищать. Так, это я пока сюда положу, это бабушка потом, а то потом забуду, и да, я ж тебе все отдам, ты не переживай. Сейчас мы их очистим, смотри. Очищаем. Вот это я люблю такое очищать, да? Давай очищаем деньги. Давай, сейчас все очистим. Смотри. Надо, чтобы очистились они, надо. У меня тут есть барсетка. Она магическая барсетка. Сейчас я деньги в барсетку положу к себе. Вот тут моя барсетка. Сейчас очистим. Они исчезли. Слушай, где они? Где? Нету их. Все, нет. Но ты не переживай. Ты приходи, знаешь что? Приходи в следующий вторник. Я чую, что они появятся. Меня обязательно найди и приноси с собой еще деньги. Я тебе вдвойне эти верну. Они к тебе вернутся. Ты же сказал заговор, да? Они вернутся к тебе вдвойне эти деньги. Деньги. Приходи еще деньги с собой бери, потому что всегда вот они возвращаются, еще друзей с собой приводят деньги, ты же понимаешь. Слушай, а золото есть у тебя? Золото есть. Смотри, вон, что вот это вот что это, запонка золотая, да, какая-то? А вот это вот что? Вот это что? Колечко у тебя, да? Обручальное колечко. Подожди, дай ручку погадаю, так чук. О, вижу. Ты знаешь, плохо аура тебе на колечке, это плохая аура. Надо тебе его снять, почистить. Давай, почистим. Опа, бабушка колечко сняла. Сейчас у бабушки там специальная колечница. Вот, сейчас
сейчас вот бабушка все очистит. Все очищаем, очищаем, очищаем. Очищаем тебе, все очищаем, тебе все очищаем. Вот все почистила. Смотри, как почистила. Скалечка была золотым, стала серебряным. А, держи, держи, держи. Оп, все, оно такое и было. Я тебе... Что ты мне не веришь, бабушке старой? Бабушка повидала уже столько всякого в этом мире. Бабушка старая, бабушке кушать даже нечего. А ты что ж ты хулиган такой, издеваешься над бабушкой? Бабушка тебе добра хочет. Бабушка тебе вот это вот с чистой душой, с добрым сердцем вот вышла. Смотрю, идет такой, уши развесил. Думаю, дай помогу человеку обрести счастье, понимаешь, счастье. Ты ведь посмотри вокруг, сколько несчастных людей ходит. Посмотри, а ты теперь будешь счастливый, да? А ты теперь будешь счастливый, вообще счастливый. Ты так, закрой глаза и говори: хочу счастья. Закрой глаза и так повторяй, хочу счастья. Да что ты не закрываешь глаза, ты глаза-то закрой, да? Ты глаза-то закрой, давай, закрывай глаза, вот так вот. Ага, все, закрыл. Так, все, давай, сейчас глаза откроешь, я тебе сразу все деньги, кольцо твое отдам, и все отдам, и все, у тебя будет счастье у тебя, давай, закрыл глаза, да, да, давай, все, закрыл, все, давай, и повтори, главное, погромче, ищу счастье, приди, счастье, приди, меня найди, опушара. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь, видео тебе понравилось, если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!